В Израиле продолжает свое вещание телеканал «Родной». За прошедшие 20 лет в Израиле выросло целое поколение, впитавшее русскоязычную культуру. В условиях дефицита информации о своей родине телеканал «Родной» служит живым мостом между двумя странами и налаживает живое интерактивное общение между русскоязычными людьми, связывает теплыми воспоминаниями о прошлом, наполняя настоящей, интересной и позитивной информацией. Ежедневно на телеканале «Родной» выходят программы, посвященные решению острых социальных проблем. Стоит отметить, что «Родной» является прежде всего светским каналом, который не имеет целью пропагандировать христианские ценности и заниматься миссионерством.